Сегодня в Минске после новогодних праздников возобновила работу контактная группа по Украине. Российскую делегацию возглавляет новый полпред Борис Грызлов. На днях он совершил неожиданный для многих визит в Киев, где встретился с украинским представителем Леонидом Кучмой. Это дало экспертам надежду на то, что нынешние минские переговоры будут успешными. Задачи на 2016 известны. Они были сформулированы по итогам телефонного разговора членов нормандской четверки, состоявшегося 30 декабря. На повестке дня вопрос об амнистии, освобождении пленных и законе о выборах в Донбассе.